Ну, мы двигаемся дальше от окраины в сторону, вглубь Майкудука. Слева у нас 12 микрорайон, справа находится 15 микрорайон. И вот тут автобусы, которые отстаиваются, чтобы начать свой маршрут. И вот тут впереди масса сооружений, которые возникли уже в конце 90-х, начали застраиваться. Это все торговые всякие заведения, рынок. Там сзади магазин «Горняк» был в советское время. И вот вокруг него возникло, как грибы после дождя, масса вот этих строений. Рынок с района райисполкома переместился сюда. Майкудукский рынок сейчас находится здесь. И он носит название рынок «Горняк». Справа 15-й район, слева вот рынок «Горняк» на 12-й.